Hello, comrades. We are continuing the Ranger Hardcore walkthrough of Metro Last Light. This is part 10, and we're in the process of escaping the Red Line after being captured there, so go right in. Сквозняк все же. Так и простыть недолго. Что за... Oh, shit. Why am I being lighted? Эх. С недосыпой не такое чудится. All right, guys, move on. Test some other equipment. Oof. That's good. So I'm just gonna show you guys, there's a first time this pneumatic sniper rifle. I'm not gonna take it, I'm just gonna take the bullets for it so I can trade them in, but this is a pretty good rifle. I'm gonna stick with my AK for now. Отлично! Показатели расхода. Порядок! Выход метанола на сепараторе. Норма! Ну и хорошо. Записал. Пошли на третий. Ща, минуту. Готов! Начинаем! Обороты компрессора! Нормально! Состояние катализатора? Норма! Выход метанола на сепараторе! Отлично! Температура в теплообменнике! Порядок! Показатели расхода! Нормалёк! Давление синтез газа? В норме! Ну и хорошо. Записал. Последний остался. Потопали на четвертый. Is this guy gonna leave? Or no? I guess not. Что за? Turn the light off? Шум. Вроде... Приступили? Показатели расхода. Нормально. Все же видно, послышалось.
Yep, nothing, none to see here. Шум вроде. Все же видно, послышалось. Yes, yes, you didn't hear anything. Что за черт? Затекла, что ли? Черт. А? Упс. Вот. Let's go in here. Is this another area where we're just gonna sneak our way past? If you haven't watched any of the previous parts, да где место было, туда и погрузил. Наверх в основном. А точнее, что точнее? Где лестница стоит, там и груз. И вообще не напрягай. Мне до конца смены меньше часа осталось. Замена придет, их и напряжешь. Ладно, черт с тобой. Пойду посмотрю, не потеряли там чего. So as I said, I'm trying not to kill anyone in this series, so being the maximum difficulty is a good thing to do. Не понял. Since pretty much one shot from any of them kills you. Not much. Ooh, that's high. У нас нет другой цели, кроме счастья и процветания для всех. Вот у меня бумага, и тут написано, что должно быть 7 бочек с маски, разных марок, один закящий водородов и крепежа. Мы знаем, только коммунизм может спасти человечество. Long barrel. Wow, there is a lot of them.
guy. Go away from here. Что? А? Все, неудачники, партия закончена. Я, как всегда, выиграл. Шулер чертов. А ты меня за руку поймай, а потом языком чеши. Все, отставить разговоры. Проиграли, отдувайтесь. А я посмотрю. Ничего, и от тебя удача отвернется. И очень скоро. Иди, иди, пророк хренов. Oh, just some books. Nothing good. Что это было? What the hell? Развелось. Ну не могло же мне так почудиться. Я, как всегда, выиграл. Шулер чертов. А ты меня за руку поймай, а потом языком чеши. Все, ну вот точно. Разговоры. Кто-то тут шевелился. А я посмотрю. Складь. Ничего. Все же. И от тебя удача отвернется. Так и просто. И очень недолго. Скоро. Иди, иди, пророк хренов. Это ж сколько мы так каждый день простаиваем. А если в год? Э? It's a box within a box. Wow, even with the light there, he didn't see me. Huh. That's just weird. Is there someone here? Nope. Cool. Долго нам тут еще стоять? Да нет, должны уже с вахты идти. А ты сам в той вахте был? Был. Жуть. Вроде и станция рядом, и пулемет, и прожектор, и товарищи не подведут. А как зашуршит тварь какая в паутине, так сразу в пот холодный. А чего ту паутину не пожечь нахрен? Жжем постоянно. Но эти твари опять все заплетают. Как успевают, когда, непонятно. Но пара недель проходит, и опять все в мерзости этой. Да, гадость та еще. Может, просто гермоворота заварить, да не мучиться. А если на Венецию срочно надвигаться нужно будет, как поедешь? На поезде через Ганзу? Нет, не получится. Так что держим оборону, мать ее. Oh, shit. Well, I got the point for being good. Ooh, I need to go that away. Let's see. Oh shit, 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 shit. А я тебе говорю, не паук это был. А кто? А я знаю. Мне показалось человек. И мало того, что человек, так еще и с мешком. Я туда фонарем, а никого. Да показалось. Когда 6 часов отстоишь, и не такое померечится. Может, и показалось. Да кто-то же тырит запчасти и продукты. Да свои это тырят. Потом Ганзе по-тихому продают, сволочи. Ладно, замяли. И про что там тебе показалось, лучше молчи. А то, если до начальства дойдет, на тебя же всех собак и повесят. Здорово, мужики! Мы тут до пересменки постоим.
Да постойте, нам-то что? Перекурим? А что, можно. Только я свои. Ну, как знаешь. Okay, well, you guys, oh, shit. Uh-oh. Someone's growling. Is that guy? Boom. Somewhere. That way. Anything good here? What's in here? Nothing. Okay. Nothing here either. Дрыгайся, мозги вышибу. Погоди-ка, Артём, ты что ли? Yay, I escaped. Мне удалось отправить весточку в Орден через своего старого знакомого Андрея Кузнеца. По крайней мере, Мельник узнает, что я жив, что я не справился с его заданием, но и не отказался выполнять его. Alrighty, I'm gonna end part 10 over here, and we're gonna resume this walkthrough in part 11, where we gonna get a little rail cart, I think. I think that's the part. As always, thank you for watching. Give the video the thumbs up if you like it, and subscribe to my channel.